Модернизация. Механизация ковша, точнее. Болт. Тяга. Испытание. Первое испытание. Вот такая ручка. Ну, если что, можно тягу скинуть. Не мешает не залазить, не вылазить. Замок. Пришлось только вот так и ручку вовнутрь, чтобы он габарит поменьше был. Чтобы заскакивал туда, куда нужно. Отстегивается. Ладошка так ложится. Щелка дальше уже. По-другому никак. Ну, зато прикольно. Все на болтах. Тут прикручено к крылу. Крыло. Тройка. Тут приварено. Механизм простейший. Там к подножке просто болтом там втулку проточил. Двигается на резинке. Ограничение там стоит. Вот, чтобы до ушака не доставало. Это вот здесь ручка заканчивается. При полнейшем вывороте ковша. А замок специально, чтобы он сам не опрокинулся. Вот, как-то так. Колесу не мешает вообще никак. Ну, посадка, да, с одной стороны. Ну, и в автомобиле тоже с одной стороны. Сейчас батя испытает. Зацепчик шикарнейший. А на той резине вот тут буксовал. Ну, ручку короткую, он сказал, мне, говорит, длинная не нужна, за фуфайку цепляется. Пришлось укоротить по размеру руки. Она была длиннее, такая прикольная и удобная. Сейчас вот тут он хочет цепануть грязь. Это чтобы не вставать с трактора. А ну давай. Он отсыпал. Не вставая. Еще отсыпал. И остальное отсыпал. Даже потрусил. А он хочет потянуть. Ну, чем не гидравлика? А он до земли достает. Это первое испытание. Первейшее. А теперь граблями чуть раскидать. И нормально. А? Чудесно. И вставать не надо. Не, ну чуть-чуть. Заднюю выключи, там фонари горят. Вот. И замечательно. Как-то так. Все просто. Короче, батя не выдержал. У нас дождик прошел. Следы даже видно. Не знаю. Не берется вроде. Маленький, легкий. Поехал землю возить. Испытывать ковш. Уже вечер. Сейчас пойдем посмотрим, что он там придумал. Вот она, земелька. Он трамбует. Блин, роса. После дождя. Яму засыпает. Трамбует.
На речке никого. Земснарядчики понарыли вот это. Вот это бугры все от земснаряда. Ил сюда сыпали между вот теми буграми. Ну их пораскапывали уже. И они пооседали. Вот здесь они были насыпаны. А вот здесь ил. Тут у меня деревья росли. Пропало все от ила. Ровненько было. Сенокос. А сейчас камышом позарастало, тут у всех был чистенький берег. Шо? Высыпай. А, ты туда поедешь? На огород повезем. Он так потрамбовал, вооруженный. Кроты роют капец. У соседа там вообще капец. Вот тут яма, вот это. Вот сюда заводит землю. Да, нету гидравлики, ну еще. Зато в физической форме постоянной. Нормально. А ну сейчас, подожди. Сойду с той стороны. А ну. То ему приходилось лазить там, ковша прокидывать. А сейчас вот. Немножко поработал. Отдохнул. Поехал дальше грузиться. Да, тут яма капец. Она выпахивалась постоянно, земля в ту сторону. Он оттуда трактор когда копал, большой, не такой маленький. И земля вся сюда. Вот этот огород, он никогда не копался, мне кажется. Сколько я помню. Не, было дело, лет 35-40 назад последний раз его обрабатывали, вот этот участок, все, вот для кротов в самый раз. Вот как-то так, все сейчас там загрузится, еще привезет. Вот такие дела. Вот это все земля, вот, вот эти бугры, это все нарытая, насыпанная земля от земснарядчиков. Вот эти, вот они пошли туда и туда несколько кварталов. Также вон в ту сторону. А что люди берут себе, завозят в огород, все дела. Не надо покупать, так сказать, расчищают. Нам уж никому не надо. Нарыть нарыли. И позабросили. Зарастать. Как-то так. Ну, вот очередной рейсик. Как-то так и помчал.